Сегодня день, когда началась война, и гитлеровская Германия вступила на нашу границу и без объявления войны в 4 утра напала на города. Я помню первый день войны. Свадьба была у нас рядом, дом рядом. Плясали, пели, вдруг скачет, это в селе было, Оренбургская область, вдруг скачет на коне мужик, все видит его, он подскакал, это самое, слез, и все заплакали, кончилась свадьба. Слезы, слезы. На второй день уже забирали. У меня воевал и отец, и дядя, который умер, погиб в танковом сражении, был командир. Сгорел в танке. Ну, это я считаю, как бы для нашей семьи такая большая была трагедия. Наши пожертвовали собой ради спасения, чтобы мы сейчас стояли здесь живые.